Нет. Еще что, вопрос такой. Вы же давно работаете в Госдуме. Да. Последние 5 лет от Камчатки работает Ирина Анатольевна Яровая. Наверное, чудовище. Чудовище. Как вы прокомментируете работу последние 5 лет? Чудовище. Ваша Яровая оболгала всю нашу фракцию. Октябрь 2009 года, до декабря, вдруг орет истошным голосом. Вы должны извиниться перед всей страной. Вы устроили банкет в день траура. Был траур 7 декабря по случаю гибели детей. Хромая лошадь. Мы никакого банкета не проводили. Наш депутат предлагает на психологическую экспертизу провести. Депутат Яровая сошла с ума. Так они лишают его слова, что он ее оскорбил. Да, он же правильно все сделал. На сессию? Прямо на сессию он говорит. Что вы говорите вообще? Какой банкет? Какой банкет в здании Госдумы? Мы ничего не проводили. Абсолютно ничего. Вы же просто в банкет. Жириновский приехал в Магадан и на Камчатку напился. Это вы поставили бутерброды. И вода стоит. А кто скажет, банкет устроил, напился и плевал по дороге до Паратунки. То есть никакого банкета не было. Сумасшедшая какая-то свита эта женщина. Больная она женщина. И надо проверить, как она, вот тут у вас были большие траты, значит, какая там афера-то была у вас, самая такая, разоблачили-то ее. Сосисьмо? Не-не-не, кто там справки написано? А я буквально по этим, КамАЗ, поставке этих фруктов. Не-не-не, поставка нефтепродуктов. Помните, у вас корякский губернатор подзалетел, то есть постоянно у вас разворовывают деньги, которые должны быть потрачены на своевременную доставку нефтепродуктов на Камчатку. И вот там она, как прокурор, была в чем-то замешана. Я ничего не знаю, просто я этим не занимаюсь. Но информация была в прессе. И были случаи, когда говорили, что она прям в форме прокурора приходила, там получала взятку. Естественно, я не мог это видеть. Но информация о ней только отрицательная. Отвратительный человек, так сказать, и внешние данные. Я удивляюсь. Единая Россия. Подбирают специально тех, кто вызывает у людей отвращение. И потом они удивляются, что не имеют достойного рейтинга своего. Так сказать. Вот на Камчатке лучшего они нашли, да, как эту Яровую. Зачем она нужна, если у вас, наверное, полно других, но это их дело. Нам выгодно. Чем хуже людей подбирает Единая Россия, тем нам лучше. Вот она горит синим пламенем. Все. Губернаторы ее горят везде. Все на снос идут. Всех они будут убирать после 4 марта. Поэтому мы не злорадствуем. У нас нормально все. 200 тысяч партий.